Дорогие камчатцы, дорогие друзья, от всей души благодарю вас за самый лучший подарок к моему сегодняшнему дню рождения. Сегодня сбор закрыт, и я лечу на лечение в Корею. От всей души благодарю неравнодушных людей, волонтеров, моих учеников, детей, родителей моих учеников, моих коллег, всех тех, кто остался неравнодушен к моей беде, с которой я столкнулась. Низкий вам поклон, и я бы сказала, это бумеранг добра, и когда я вернусь здоровая, с новыми силами, мы обязательно будем с вами делать еще больше добрых дел все вместе. Спасибо вам большое. Господи, скорее бы вернуться домой только, и чтобы все было, чтобы прошло классно. Раз, два, три. Раздавай, быстрее!